Здравствуйте, дорогие участники, конкурсанты 31 сезона Golden Time Talent Music Competition Great Britain. Меня зовут профессор Любовь Лаура Дювалуа, и я представляю США. My name is Любовь Лаура Дювалуа. I'm professor and I represent from United States of America. Я подведу сегодня краткий обзор и скажу о результатах конкурса, отмечу более яркие работы. И самое главное, я хочу сказать немножечко отличающуюся речь от предыдущих моих речей в предыдущих конкурсах. Я хочу немножечко вам дать совет, как улучшить вашу работу, чтобы, например, у фортепиано больше было динамики, более фразировки, более голосоведения, какая-то кантиленная, если у вас идет мелодия, приведите эту кантилену, чтобы она была не отрывками, а, как говорил Перельман, не разрывайте музыку на такты, то есть проводите вот эту красивую мелодию кантиленную. Мне не хватило иногда в ваших исполненных произведениях динамики. То есть существует у вас фортепиано, вы играете на роялях, есть пиано, есть меццо-пиано, есть меццо-форте, есть фортиссимо. Покажите это. Если это обозначено в music score, покажите это, пожалуйста. Что мне понравилось? Мне понравилась работа номер 12 и номер 13. Очень хорошее исполнение. Брамс мне номер 9 очень понравился. И я отметила работу номер 11, потому что это редкая работа. Называется она «До тебя». И мне понравилось, потому что я никогда это не слышала. И очень красивая мелодия, очень красивая мелодия. Но что я написала, это Ирина Горковая сыграла из Украины. Номер 11, «До тебя». Композитор Виталий Филипенко, если я смотрю, здесь у меня записано. Очень красивая пьеса я написала для себя. Но проведите голоса. Осторожно с октавами. Когда вы большие октавы ведете, играете, больше легато делаете на октавах. Очень понравилась концовка. Вы когда вернулись, играете начальную как бы вашу мелодию в конце. Очень красиво, но мне не хватило немножечко как бы в конце пианиссимо. Уйдите как бы так, знаете, как фаривел. Фаривел у нас говорил как бы прощание, то есть прощаться в конце, так как в никуда, как в дымку в какую-то. Тогда будет какой-то шарм у произведения появится. Что меня огорчило, что работ по фортепиано было недостаточно, и поэтому я приглашаю больше фортепианников выступить в сезоне номер 32, 33, 34. Пожалуйста, welcome, добро пожаловать. Буду очень рада увидеть молодых исполнителей. Теперь я хочу поговорить про композиторов. Композиторы мне очень тоже интересно смотреть всегда, композиторские работы, потому что я сама композитор. И вы знаете, что я прошу обратить внимание у всех композиторов? Добивайтесь своего стиля. Моцарт уже существовал, Бетховен уже существовал, Шуберт существовал, Гуно существовал. Если вы сочиняете произведение под названием «Аве Мария», не должно быть там Баха, и там не должно быть Гуно. Я отметила работу 37-ю «Аве Мария». Пожалуйста, в следующий раз, когда вы что-то такое хотите свою «Аве Марию» сочинить, «Агнус Деи», «Аве Мария», «Пиезу», пожалуйста, найдите свой стиль. Понимаете, вот, например, Вебер, он сочинил пьезу, да, ну, там, это его, это стало современным, это стало популярным, но это его, он не повторил Баха, Гуно, Шуберта, поэтому найдите себя.
Теперь пойдем дальше. На каждого у меня, конечно, здесь очень много записано, но не хватит даже часу, чтобы передать все, что я... Ну, давайте вот посмотрим, разберем 29 номер. Палестрина. Ренессансовский ансамбль у вас. Знаете, вы красиво все так, хорошо сделали. Вообще, я обожаю Ренессанс, обожаю Палестрина. И вы знаете, я просто хотела немножко какой-то энергии увидеть. Ну, вы так как-то сидели. Может быть, больше юнисон, может быть, больше какой-то энергетики. Ну, как-то у вас так очень так... Какая-то такая музыка, как, я не знаю, как успокаивающая, какая-то такая усыпляющая. А, все-таки должна быть какая-то красота, вот как звуковедение. Все красиво, можно как-то, можно было комнату покрасивее там оформить в ренессансовском стиле. Вы в костюмах сидите, хорошие у вас инструменты. Просто какой-то энергетики не хватило. Я не знаю, что там может быть просто. А, в следующий раз я бы хотела вас увидеть в конкурсе опять. С ренессансом тоже. Сыграйте, пожалуйста, что-то такое более, чтобы энергетика такая от вас излучалась. А, что еще я поставила номеру 31? Я дала три восклицательных знака. А, на аккордеоне, по-моему, да, это клип. А, хорошо, интересный клип. Вот. А дальше что мне понравилось? Номер 36 мне понравилось. А, да, композитор симфонической музыки Юлиана Кузнецова. Юлиана, я вам поставила 10 и 3 восклицательных знака. Мне очень понравилось. Прощание пьесы для оркестра поражает масштаб, сила, эмоции, тоска, боль, интересная гармония. Вот я для себя что написала, и вы талантливые, очень талантливые, пожалуйста, продолжайте. Хочу пригласить, как я уже сказала, побольше фортепианников, людей, которые играют на фортепиано. А опять же, композиторы, творите, пожалуйста, в своем стиле, ищите себя. А вокалисты, работайте над своей техникой, над своей диафрагмой и над голосовым голосом, над верхними нотами. И всем удачи! Пока-пока-пока! Встретимся в следующем сезоне. Была очень рада с вами познакомиться. До свидания!